Добрый день! Сегодня хочу вам рассказать, как избавиться от пыли в квартире, которая залетает с улицы. Если вы живете в современных домах, которые построены лет 10-20 назад, либо совсем недавно, то здесь есть так называемое вентиляционное отверстие прямо в стене, рядом с окном. Вот. И через него может проникать в дом пыль. Поэтому я нашел относительно недорогое решение. Вот купил за 250 рублей фильтр автомобильный, салонный. Да? То есть он вставляется в автомобиль и фильтрует поступающий в салон воздух. Здесь я взял чуть подороже фильтр с угольным таким вот наполнителем. Но есть и более дешевая модель, там за 100 рублей просто без всякого угля, обычный воздушный фильтр. И он как раз будет фильтровать всю пыль, которая к вам входит, влетает через это вентиляционное отверстие, и даже немного будет снижать уровень шума с улицы. Но данный вот угольный фильтр дополнительно еще уменьшает запахи, например, от сигарет и так далее. Спасибо большое за внимание. Вот, подписывайтесь на канал. Кстати, хочу здесь заметить, что крепится он достаточно легко с помощью скотча либо суперклея.